В Магадане состоялось совещание по вопросам реализации мероприятий, связанных с устранением аварийного жилья. В нем принимал участие председатель правления Государственной корпорации Фонда содействия и реформации жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицын. На собрании подвели итоги уходящего года. В минувшую субботу открыли жилой комплекс «Нагаевский». В субботу открыли и вручили ключи новоселам. Надо сказать, это всегда радостное событие, под Новый год тем более. А тем более, что все люди переехали из районов в Магадан. И, конечно, условия проживания в районах были, ну, мягко, можно сказать, не очень хорошие. На собрании также рассказали о том, что собираются направить деньги на реализацию программ по переселению из аварийного жилья в районах Колымы. Если ты реализуешь какую-то программу раньше срока, быстрее ты можешь приступить к следующему этапу. Это мотивирует всех нас на то, чтобы организовывать эту работу. Выигрывает прежде всего люди от этого. И еще раз, то, что мы закончили какой-то этап, если мы говорим про аварийное жилье, то у нас есть мотивация действительно и возможности сегодня за 3 года при поддержке фонда выполнить уже следующий, назовем его вторым этапом. Также губернатор Магаданской области поделился тем, что намечен важный шаг в подписании 3-стороннего соглашения между российским экологическим оператором, фондом и областью на реализацию проектов производства топлива из мусора.